друзья, подписчики и гости канала. В этом видео продолжаю свой рассказ о нашей поездке в Дивеево. На третий день пребывания в Дивеево с утра мы сходили на службу в монастырь и потом отправились домой. И по дороге домой в Москву мы заехали в город Муром. Славный город Муром, родину великого русского богатыря Ильи Муромца. Кстати, мощи преподобного Ильи Муромца находятся в Киеве, в Киево-Печорской лавре. А в Муроме хранится только его кисть. Чтобы обойти все достопримечательности города Мурома, одного дня будет маловато. Поэтому мы там посетили только два монастыря. Благовещенский мужской монастырь и Свято-Троицкий женский монастырь. О этих монастырях я расскажу вам в следующих видео. В Свято-Троицком женском монастыре находится рака святых Петра и Февронии. Паломники со всего света едут поклониться святым мощам святых Петра и Февронии. При нас приехал целый автобус итальянцев, и в основном там были женщины. И все писали записочки. И шли поклониться мощам. Вот вам и католики. На площади перед монастырем, вот он, находится памятник святым Петру и Февронии. А кролика трут молодожены. Сейчас у нас стал популярным праздник День Святого Валентина. Хотя в России есть свой праздник. День святых Петра и Февронии. Отмечается 8 июля. Как день семьи, любви и верности. Не забудьте про этот праздник. Город Муром воспет в преданиях и легендах. Называется не иначе, как славный, и считается одним из самых древних городов России. Он основан в 862 году. О нем упоминается в повести временных лет. Из этих мест родом славный богатырь Илья Муромец, оплот супружеской верности святые князья Петр и Феврония. Все предыдущие видео нашей поездки в Дивеево вы можете посмотреть в плейлисте Дивеево. А также по святым местам переходите в плейлисты и смотрите, кому интересно. Всего вам доброго, до свидания, удачи вам, дорогие друзья, и благополучия.